Поскольку мы сейчас запускаем эту работу, несмотря на то, что написано, что демо для Пентагона, запускаем это не пойми на что. На чем мы это запускаем? Давай все-таки запустим с Реала до того момента, пока она сломается, а потом мы запустим... Давай так. Давай так. Давай так. Итак, работа номер 4. Внимание на экран. Именно так это выглядит на живой машине. И я думаю, что сейчас мы посмотрим так, как это задумывалось авторами. Так, мы должны запускать что-то в эмуляторе, да? Сев, да, я решил побыть сегодня блондинкой и послал тебе ссылку на демо ВКонтакте. На ютубчик? Да, это 4-я работа. Ну, что-нибудь расскажите пока. Скажи что-нибудь. Пока летишь. А что рассказать? Собственно, об этой работе стоит рассказать. Работа выполнена с применением технологии Multi-Gigascreen. Это технология, программно-графический режим, который позволяет несколько раздвигать возможности графические платформы ZX Spectrum. Мы получаем псевдо 102 цвета, мы получаем то же самое разрешение 256 на 192, но при этом, если в стандартном видеорежиме в знакомисте 8 на 8 точек может быть только 2 цвета, то здесь 4 цвета и в знакомисте не 8 на 8, а 8 на 2. Тем самым картинка получается более зрелищной, более детализированной, более насыщенной цветами. Ну, собственно, то, что мы и видели. Единственное ограничение, конечно, в том, что каждую работу нужно фиксить очень жестко под каждый аппаратный экземпляр. То есть, если это компьютер Пентагон, соответственно, это под Пентагон. Спасибо, Олег.
Вот такая вот работа номер 4.